Զախը ապա դունյոն բունեցտեն դկոգ աստակոգ սկոլա բացատ ակոտը ախրադուն կանվիրինցի դիսա ջդունի զախը ախամ նումիմը։ Կանվիրինցի ուաղցավըց պարամ խատամած խայադրայսինց ռեսպուբլիկայ սկոլա ձավտը։ Կանվիրինցի վալգատի է խայադիշտը արձուրնց եկալոգի վարստտել ծամայ բաղաղկանամ արձը սղդակ ձինատ։ Рада знакомству с коллегами с разных школ города, республики. И который год меня не перестают удивлять дети. Вот вы правильно сказали, мы пережили тяжелые 90-е годы, вот это остановление разрухи, потом потихоньку набирали шаги, поднимали головы, пытались заявить о себе. И когда кто-то говорит, в Новосибе, на базе Зырастачишара, нае, сказать, что мы выбрали особенных, нет, они такие же обыкновенные, как все их одноклассники. Просто они набрались смелости принять участие и набрались смелости и желания поддержать своих учителей, когда они им это предложили. Кто-то захотел сам, потому что любит видеть себя в роли выступающего перед аудиторией. Кто-то из них в будущем определится и поймет, что вот такой ракурс работы для них будет приемлем, тем более современный мир, он основывается на таких вот самопрезентациях, и каждый из них должен научиться представлять себя в этом огромном, жестоком и очень конкурентном мире, особенно те, которые, спасибо, вот заканчивают школу старших классов, у маленьких еще есть возможность поучиться и набраться опыта на таких научных площадках, учебных площадках, научных, я громко сказала, учебных. Կգական ռազն ախամ թեդեր ամը արձը կաբսը կալձակայ սարաստա գարվիտը նվաստանը ուածնց բիրա բրուն, վալ դոյ դարտա պլաստիկայ կունդ միգանանդը, ամը ուդոն թո ամբինց թնգրեգմը, կաս դար վալտարգում ամ բարոց զիան խասը ախամ բրուն էկալոգիան։ Океан наполнен нашими банками, бумажками, пластиком. Год человеком сбрасывается на свалку более 400 килограммов мусора. Сливается в канализацию более 20 литров бытовой химии. А бытовой химии мы отравляем не только природу, но в первую очередь себя и своих детей. Это не просто цифры. Земля уже не в состоянии справиться с переработкой такого количества отходов. Из-за этого ежегодно гибнет огромное количество животных и птиц. Неужели мы останемся наблюдать, как медленно гибнет наша планета? Կանվիրինցի խայադիշը թե ալջի դերեխի բացատ տակոտա բնդուրուն այս առաստոյ պրեզինտացի տա զախը գորիլ ծցարագոյ թացարը ամա սրղջինըք մա խաս չիրցը դվդուն տխայ։ Հազրտոյ սսաց արդը վադլքամ ամա ծամայ ծարնց, արձրտոյ դունը բնցարագոյ թլդար ալքամանդար իս ծմը դիսուն ծարդ։ Սկոլածավթա հազրտոյ ախան ծավտակած տը վադլ կանվիրինցի խայադիշ տա վիղոստոյ վծակատ։ Պամբեսկի չել, обнаруженных в начале 1980 года. Ученые назвали их помпейскими, потому что они, как и жители Древней Помпеи, живут на краю вулкана, который может в любое время их погубить. Помпейский червь весьма комфортно чувствует себя рядом с каменными трубами черных курильщиков. И здесь я хотела бы сделать небольшое отступление и рассказать про черных курильщиков. Впервые я узнала о них на уроках географии в 6 классе. И была крайне заинтересована этим удивительным явлением природы. Наверное, поэтому я и выбрала тему помпейского червя. Ախորդ ամազոնադը մինիստրը խադիվա գերանը խասը բանը սանքուտ տախեմ մոծալտասվալը տեմ կայգորեն կենց բարզոնդ էկալոգյոն կուլտուրը, համը բա խաստակոդեց ամայ կանվիրինցի ու աղթ ծավոր իսպուբլիկոն եմ վազադել։ Я приношу свою благодарность от имени Министерства образования и науки школе номер 2. И так как эта конференция стала уже традиционной, я считаю, что необходимо добавить еще одно прилагательное в ее название. Я думаю, что следующая, 5-я ученическая конференция станет республиканской. Спасибо коллективам, педагогам, которые готовили детей. И, безусловно, ребятам, держите так руку на пульсе. Կանվիրինցից է դու ասը խադբերց ամա ացմ խոտ մասկուլած ավ թե արձրտույ ալխոզուն կատտակ ծարագույթը ամա վրնգույթը տխայ։ Կանվիրինցի ուաղդրց է դու ախայ ամա վինալ մա դու են վունց խայադիսակ է ախստ արդնդես, ու դու նմաց ձավս նավրը գորատը դկկագամ ըղսազամ վանզամ դասամ իվան դասամ դու ադասամ ամա գիմնազի ռուխսը մինավարտտամ։ Վինալ մա ախստը սախորս բացատտակուն պրեզինտացի Ատիչի բացատակ ուտ դամեր ազրտա ուդուն են լվեր դրծտստը դիպլում թե։ Կոգոյթի անժելա ուծտը ալիկսանդր տատատակսանային վարմացուն ռավաղթ աբուն։